Ребята, сегодня 5 июля, и мы летим в Турцию. Сейчас 7:30 утра, и мы вызываем такси и выдвигаемся. Мы сели в картошку. Мы, короче, уже зарегистрировали, сейчас ждем нашего самолета. Еще где-то 1:30 осталось ждать. Я очень устала и хочу спать. Мы даже еще в Турцию не прилетели, я уже очень сильно скучаю по моим друзьям, хочу вернуться в Южный только ради них. Еще сейчас лететь на самолете 3,5 часа. Я учу маму в иншот работать, ну, сюда. Включай, да, сюда. Так, все. На музыку нажимай. Я купила зеленый чай и читаю мятную сказку, сейчас уже пойдем в самолет. Мы перелетели наконец-то. Теперь еще полчаса ждать, наверное, багаж. Мы заселились в отель. Сейчас хотим разобрать вещи и потом пойти поесть. В 8:58 уже утро, мы пойдем на завтрак. Вот такой вид с окна. У меня сломалась камера. Ты положи ее, пусть она отлежится, высохнет, и все будет нормально. Да, она не отлежится. Да так бывает. Да снимай. Да снимай, что потом услышится. Сегодня 10 июля, мы поедем на шопинг, наконец-то, в Анталию. Потому что сейчас мы находимся в Кемере. Я ужасно выгляжу, плюс я, у меня, блин, все обгорело здесь. Хожу уже несколько дней в одной и той же одежде, поэтому вы уж меня простите. Но, надеюсь, после этого видео такого не будет. Да, ехать целый час, еще не могу найти мой штатив, мы уже опаздываем. Мы завтракаем. Да, он обиделся на меня. Это два чая в стаканах, я всегда так делаю. И мои любимые, не знаю, что сказать, плюшки, наверное. Мы приехали, ехали туда где-то час, даже больше. Но это не Марк Антали, это другой торговый центр, Мигрос. Мы потом, наверное, еще в другой поедем. Мне нужно сегодня обязательно купить кроссовки, потому что я все свои убила, я не могла еще в Москве их купить. Я, наверное, возьму себе шорты в Заре, потому что у меня нет шорт. Но эти вроде неплохие. Да. Я купила себе свитер манго и шорты. Собственно, пока все. Все магазины обошли. Я до сих пор не нашла себе кроссовки. Они 10 тысяч стоят. 10 тысяч, а мама не разрешает. Это просто кошмарно. Мы устали, купили очень много одежды. Я вам дома все покажу. Сейчас мы поедем в другой магазин, где должно быть больше магазинов. Марк Антали. Каждая вещь практически в каждом магазине. Я нет, вот это... мне ничего не подошло. Я тут несколько магазинов. Ну, типа такая юбка. Ну ладно, я ее возьму, просто понимаете, здесь очень большая очередь и
Ребят, мы провели 7 часов в торговом центре. Мы разбираем вещи. О, мне плохо. О, да. О, да. Капец. И это все мои вещи. Офигеть. Я еще, кстати, купила вот такой чехол, но, не знаю, странный. Привет, сегодня 12 июля, и завтра у моего брата день рождения. Сегодня мы хотим пойти пофотографироваться, также купить шаров, чтобы вот его поздравить, он ничего не слышит, он в наушниках. Мы уже уезжаем отсюда через 4 дня примерно, потом летим в Москву и в Питер. Хочешь есть, попей водички. Вот он, гимн анорексички. Андрей, с днем рождения! Паркур. Ребят, привет! Сегодня 15 июля, и завтра мы уже уезжаем. Вот. Я решила все сразу объединить, потому что, блин, я очень мало здесь снимала, будет один блог, вы уже как видите. Но думаю, хоть что-то. Зачем вы мне портите все? Блин, капец, здесь так незаметно пролетели все дни. Мы были 12 дней, ну, почти 2 недели, можно сказать. Сначала мне здесь не нравилось, сейчас я уже ко всему привыкла и даже не хочется уезжать. Сейчас сидим на море в последний раз, я плакать хочу просто. Андрей, ваше настроение? Рад, что мы уезжаем, нет? Конечно, рад. Ну, понятно. Мы, короче, тут собираемся. Я перекачиваю, удаляю все свои фотографии. Сейчас 22:40. И там вообще непонятно, что делает. Стой, подожди. Эй, привет всем передай. Мы прилетели в Москву. Ребята, мы уже в Москве. Сейчас здесь ливанул дождь. Мы завтра уезжаем в Питер. Да, мы закрылись одеялками. Примерно вот так. Вон люди все заходят быстрее. Да, не... Поэтому думаю, что на этом моменте буду завершать. Андрей, хватит. Было видео, и будет следующий влог уже, как мы едем в Питер. Вот. Круто. Ой, какой милый. За это можно поставить лайк. Подписаться.